Высокие результаты не только в учебе показали студенты БГУ. Университет стал лидером по вакцинации в 2021 году среди столичных вузов. 54% студентов учреждения старше 18 лет привились от коронавируса. По студентам в наше настоящее время организована работа по вакцинации с сентября месяца. И также это была выездная работа на факультетах. Собирались желающие. Студенты имели право, возможность выбирать вакцины, которые бы они хотели вакцинироваться. Что нам помогло достичь? Во-первых, это информационная работа. Это открытые кураторские часы, онлайн-кураторские часы. Это выезд на факультеты с медиков, с онлайн-подключениями. Кураторы работали очень сильно вот в этом направлении, в разъяснительной работе. Наши студенты, правком студентов Белорусского государственного университета участвовали в республиканском проекте «Вакцина для жизни», который реализован по принципу «равный обучает равного». То есть студенты рассказывали о важности вакцинации студентам. Меня зовут Докушевич Полина, я студентка второго курса факультета философии и социальных наук. С ковидом связаны достаточно близко. Мама первая, кто переболел в нашей семье. Я потеряла частично запахи, но они уже восстановились. Я вакцинировалась «Спутник Лайт». Это было в студенческой поликлинике в 33-й нашей. Люди как бы с одной стороны хотят, да, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, а с другой стороны они боятся, потому что они не знают последствий. Поэтому мы должны как-то доносить информацию о том, что вакцина именно помогает нам, она обезопасит. И в принципе, чем больше людей будет вакцинироваться, тем быстрее мы освободимся от ковида, потому что каждый человек уже хочет вернуться к нормальной жизни, когда можно путешествовать, свободно ходить по улице, не без масок и дышать свежим воздухом. В течение года преподаватели, медики и молодежь старались не только предотвратить, но и предупредить болезнь. Результат такой совместной работы в цифрах, поэтому кампания по вакцинации будет продолжена и в этом году.